Так, ребята, всем добрый день. У нас сейчас будет мероприятие. Мы идем. У нас сейчас будет заготовка льда. Лед, вода питьевая. Костя, здорово. Вот наш дядька уже готов. Съемка идет, съемка. Да. Трудно дрёпку. Заготовка льда, которая будет. Заготовка льда. Ну все, поехали, да, мужики? Так, ребята, сегодня ноябрь 18-е, идет снег. Вот отсюда вот сейчас мы будем брать лед. Тяни это тут яма, да. Тут даже велосипед лежит почему-то. Вот этот лед мы сейчас будем брать. Видите, вот тут такой вот лед. У нас вот, ребята, вот это тополь, кстати. Вот это все тополь. Терях по-якутски, да. Такой вот снежок. Снега совсем нет тут в поселке. Близ поселка тоже так же. Да, парни, ничего. Да, ребята используют вот такой вот лом, ну, обычный лом. Бьют по льду, она сама вот ломается. О, видите, вот обломал вот так. Да, мы хотим разломать лед, да, машина. Лед выдержал все. Так, вообще так стороны. Вода у нас чистая, как лед. Вода в твердом виде.
Так, с помощью машины, да? Взломали лед. Так, мы приготовили лед, вот там еще лежит. Вот таким образом все. Это вода у нас, вода. Вода питьевая. Питьевая вода.
Работа у нас кипит. Еще надо чуть-чуть. Думаю, хватит будет. Целый кузов Урала. Урала кузов большой. Тут много влезет. Будем еще брать чуть-чуть. Так, ну все, вот, смотрите, друзья, вот, ну все-таки лед не устоял. А под льдом, оказывается, тут вода вообще-то. Посмотрите. Потому что мы Урал уже конкретно загрузили льдом. Вот и тот там. Чуть-чуть сейчас вот забросим, и думаю, хватит. Вот сколько льда, а? Три тонны. Три тонны взяли? Весь явно был минимум, да? Три тонны, ребята, это минимум. Три тонны взяли. Может даже 4. Во-во-во-во. Так, ну, все. Ну и на тураге, да? Доставка льда. Вот. Прямо вот здесь вот вложим льды вот. Вода твердая. Вода в твердом виде. Так. Это лед Гене. Это дом Гензе. Гензен дом. Потом дальше поедем. Поселок. Вот так вот все делается у нас вот это. Так, все. Я сказал, что хватит, потому что 1, 2, 3, 4 на 5 семей вот этот лед у нас должен хватить. Ребята, на 5 семей вот так вот лед мы доставили, вот лед выгрузили. Вот, все. Будет вода. Будем пить чай. Вот. Выгрузили лед Геннадию, нашему оленеводу. Вот здесь он живет. Это его сын. Сын Альберт. На бране он это играет. Сегодня тепло. Альберт! Альбертино! Все палатки. Лидия Николаевна. Отдавай. Хорошо, дядя.